3000 евро. 14-й год машина. Но машин много. Просто походить на них, полюбоваться можно, но сколько стоят они, узнать пока нельзя. Привет, подписчики! Это не прямой эфир и не стрим. За долгое время я решил записать видео сделать видео в записи. В общем, мы сегодня находимся в городе Мариамполе. Просили меня называть название городов, где я нахожусь. И, соответственно, на самом большом авторынке, который на Гамик-Лас-Гатве находится. Вот. Надеюсь, что меня хорошо слышно, хорошо видно. Ну, наверное, должно быть, потому что у меня стоит ветрозащита. Все там писали мне: купи себе микрофон, купи себе камеру. Давно уже все куплено, ребята. Так вот, и сегодня мы смотрим цены на машины здесь, в Мариамполе. Вот, но тут как бы цен я не вижу, к сожалению. Поэтому мы идем дальше. Рынок огромный, навезли много машин. И, скорее всего, что сегодня что-то увидим интересное. Значит, у нас сегодня большой ветер. Такой прям очень пронизывающий. Минус 4 градуса. Как бы вроде бы и не холодно, но вот с таким ветром неприятно, неприятное ощущение. Вот, поэтому я в таком виде заранее извиняюсь. Ну и по традиции напоминаю, что, ребята, для тех, кто сюда зашел недавно на мой канал, подпишитесь, обязательно нажмите колокольчик, чтобы к вам приходили все уведомления про мои все новые стримы, видео на этом канале. Вот, ставьте лайк, если вам понравилось видео мое, вот это вот или предыдущие. Вот, будем стараться делать чаще видео и чаще прямые эфиры. Но я и так, в принципе, за месяц делаю порядка 20 видео и стримов. Так что активность на канале присутствует. Вот, сегодня мы пригнали сюда несколько автомобилей, которые были куплены ранее для моих подписчиков, для клиентов. Пригнали на загрузку. И сейчас бегом-бегом, пока светло, потому что день короткий. Ищем новые варианты. Уже есть кое-какие наработки. Вот посмотрите сами, полный рынок машин. Я не знаю, передаст камера, не передаст, но вот прям реально много их. Понавезли, все площадки забиты. Такие вот дела. Идем, смотрим, ищем. Сейчас, если что-то будет интересное, я буду показывать. Так, ну вот нашел машины с ценами. Короче, я побежал. Первый вариант, Ford Focus у нас сегодня. Такой вот. Выглядит бодро. Не знаю, не проверял, не мерил. Ну, в общем, просто покажу. 2005 год, 1.6 мотор, бензиновый автомат. 2200 евро. Со светлым салоном. В общем-то, выглядит неплохо, как я и говорил. В принципе, на взгляд, как будто бы даже и с заводской шагренью и со всеми делами. Но это надо проверять. Тут же рядом стоит кэдди. Пассажир. Тоже довольно-таки бодрый на вид. 10-й год. 4400 евро. Бензиновый 1.6. Тоже на механике. Вот с таким вот салоном. Достаточно бодрый. Ну, видно, конечно, отхимчищенный, но, тем не менее, смотреть приятно на такие машины. Дальше у нас идет Тауран без цены. Зайдем на эту площадку. Здесь тоже бывает много интересного. Вот, например, дача Сандера. Это 2014 год. 1.2 бензин. Белая. Стоит она 2999. 3000 евро. 14-й год машина. Еще один Ford Focus хэтчбэк, 1700 евро. 6-й год, 1.8. Так, Vectra C Universal, 2550 евро, 2008 год, 1.9 дизель, механика.
комбинированный салон, кожа, ткань, бортовик, климат, ну, в общем, неплохая комплектация для них, фаркоп, все, что надо, все есть. Volkswagen Passat универсал белый стоит, цена не видно, 2006 год, механика 2, дизель, цена, к сожалению, подвернута, подвернут ценник. Шкода, Шкода Румстер, значит, у нее цена 3100, 2010 год, 1.6 дизель, механика. В общем, вот такие вот автомобили есть сегодня. И посмотрите, как я и говорил, полностью вся площадка забита. То есть место вот только вот здесь пройтись. Соответственно, больше ничего нет. Все забито. Да. Идем дальше. Гольф Плюс у нас есть тут. Гольф Плюс 9-го года. 1.4 бензин. Цена не указана. Шкода Октавия Универсал. 3100 евро. 2007 год. 1.9 дизель автомат. Кожа, ткань. ДСГ. Надеюсь, вам видно. Так. Вот здесь сзади. Так, вроде бы ничего. Но опять же говорю, что надо все машины мерить краску. Заводить, открывать. Смотреть. Volkswagen Charan 2006 года, 2 литра дизель, 3600 евро стоит дизель механика. Черный цвет, на дисках симпатично смотрится. Так, Zafira. Zafira мы ищем как раз таки вот такую, сейчас посмотрим, сколько она стоит. С парктрониками, с передними, с панорамной крышей. Значит, Zafira 2700 евро, 2005 год, дизель автомат 1.9. Сейчас посмотрим, что у нее по салону. Ну, в принципе, салон живой. Сейчас с другой стороны посмотрю. Такая вот Zafira, надо ее запомнить. Еще, значит, Focus, хэтчбэк черный, 1700 евро, 6-й год, бензин 2 литра, черный цвет, без дисков. Дальше, дальше, Chevrolet Captiva, 7000 евро. 12-й год, дизель 2.2, механика, полный привод. Кожаный салон. В общем, такой вот вариант. Mazda 3 без цены, видимо, уже продано. Фокусы я уже показывал, плюс-минус. Audi A4. Универсал, 2008 год, дизель 2 литра, автомат 5100 евро. Вот такая вот Audi. Отсвечивает, конечно, но я думал, что видно вам, салон будет. Opel Meriva с фаркопом. Две 250, 2007 год, 1.4 бензин, газ. Так, Hyundai H1,
большой такой минивэн. Черный. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Механика. Тканевый салон. А стоит он 5400 евро. 2009 год, 2.5 дизель механика. Телефоны всем показываю. Кому будет интересно, можете набрать продавцу и поговорить, спросить. Honda Jazz. Тоже достаточно часто такие покупаем. 2 250 евро она стоит. Вот. 2007 год, 1.4 бензин. Без газа. А, с бензин-газ. Идем дальше. Renault Scenic. Renault Scenic. 950 евро, 2003 год. Это к вопросу о том, что какая машина будет дешевая и на ходу. Часто такие вопросы ко мне приходят. Идем дальше. Mazda 6. Универсал. Черный цвет. Литые колеса. Так, кожаный салон. Механика. И цена у нее 3500 евро. 2008 год, 2 литра дизель. Механика, да. Volkswagen Lupo. Пятидверный хэтчбэк. В хорошем состоянии, видно сразу. 1.2 бензин, 1350 евро стоит. Очень-очень бодрый на внешний вид. Volkswagen Golf. 2008 год. 1.4 бензин. Цена его 4000 ровно. Пятидверный, черный. На стальных колесах. BMW. E61, универсал. 2010 год написано, но мне кажется, это неправильно. Ну ладно. 4999. 2 литра дизель. Так, это без цены. Kia Sorento. Kia Sorento 2009 года. Дизель. 3900. Механика. Кожаный салон светлый. Надо его смотреть, проверять. Но цена интересная. Цена прям очень интересная. Audi A6. 2.7 дизель, 2008 год, без цены. Еще один Sorento черный, тоже 2009 год. Так, 4500 евро, 2.5 дизель. Черный, это скорее всего на автомате. Да, это на автомате. Кожаный салон тоже. Как черный цвет и автомат, сразу ценник у них выше становится. Идем дальше. Hyundai Santa Fe без цены. А жаль. В хорошем виде. Так, дальше какие-то тут такие машины печальные. Приехали тралы. Постараюсь до них дойти. Вот тут машины разгрузились. Как всегда, Шкоды. Как всегда, Фольксвагены. А, на них даже цены есть, на некоторых. Вроде бы. 3500 евро. Тауран вот этот стоит. 2008 года. 1.9 дизель.
210 тысяч пробега. Меган, хэтчбэк, по-моему, без цены он. 1.6 бензин, 9-й год, без цены. Да, какой же сегодня ветер-то неприятный. Шкода Фабия. Шкода Фабия, 1.4 бензин, 2002 год, тоже без цены. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот стоят машины на автовозе, но скорее всего на них нет цены. Сейчас, конечно, если увижу, то покажу. Но вот Тауран рестайлинговый, Гольф 4 и Астра. Не знаю, есть ли цена, но скорее всего, что нет. И вот там еще один трал стоит. Скорее всего, там тоже нет цены. Надо как-то спрашивать, узнавать. Все машины бензиновые, я так понимаю. Да, 1.6 бензин, Opel. Golf тоже 1.6 бензин. Ну, в общем, все, что покупается на массового потребителя, скажем так. Покажу вам общий вид. Стоянки, в принципе, заполнены. Машин много, но нам нужны определенные. И вот этот вот автовоз, стоит Mercedes CLK, Vectra седан, BMW E65, Opel, Agila, Beha кабриолет, копейка, вот, Passat B5. Ну, в общем, все видите сами, и цен, скорее всего, что нет. Цен не видно, но машин много. BMW копейка, хэтчбэк, пятидверная, черный цвет, 3850, 2 литра дизель, 11 год. Санта-Фе серый. На дисках цена его 7300, 11 год, 2 литра дизель, кожа, механика. Как-то великовата цена, мне кажется. В общем, надо ходить, бродить, смотреть, искать. Машин много, машины все разные. Вот Шкода Фабия, 1950 евро, 10 год, 1.2 бензин. BMW компакт, 2003 год, 1150, 318. Так, Меган седан, 1.6 бензин, 7 год, без цены. Passat универсал, это скорее всего дизель, а нет, 1.6 бензин, 7 год, 350. Так, Opel Meriva 2007 года, это если верить OPC, обвес, наверное, 1.7 дизель, 2550 евро стоит машина, 7 год. Так, Рено Меган, 2010 год, 1.4 бензин, черный цвет, универсал. Цена 4150. 1.4 бензин. Opel Astra, 2007 год, универсал с панорамой. 1.9 дизель. Цена 2150. Я не знаю, видно будет, не видно.
Opel Vectra, 2008 год. Я так понимаю, что это 1.8 бензин. А, нет, это 1.9 дизель. 1.9 дизель. Цена 2650. Гольф 2002 год, 2 литра бензин, 1550 евро. Идем дальше. Шкода без цены. Audi A3. Пятидверка, хэтчбэк. 2050 евро. 2003 год, автомат, 1.9 дизель. Со светлым салоном. Шкода Octavia, 2010 год. Черный цвет. 1.4 бензин, 3950. Выглядит так, да, неплохо. Ford Focus, универсал. 2007 год, 1.6 дизель, 2100 евро. Volvo V70, 2007 год, 2.4 дизель. Такая машина на Латвию пойдет, наверное. 2.4 дизель, 4100 евро. Люк. И такой полукожа, полуткань, механика. В общем, стандартная для нее комплектация. Volkswagen Touran. Черный, на дисках. 2003 год, 2650, 1.9 дизель. BMW, BMW X3. Сейчас покажу цену. 2 литра дизель, 7 год, М-пакет, 5700 евро. Кожаный салон. Механика. Volkswagen Golf, 4-й, 2001 год, а тут как-то две цены, 2-й год, 1350, а 1-й год тоже 1350, короче, подешевело что ли, и помолодело. Шкода Roomster, бензин, без цены. Passat 11-й год, 1.8 бензин без цены. Так, идем дальше по рынку. Очень многие машины без ценников. Поэтому просто походить на них, полюбоваться можно. Но сколько стоят они, узнать пока нельзя. Сейчас вот на эту стоянку зайдем, посмотрим. Вот тоже Passat без цены. Ford без цены. И Renault без цены. Даже год не написан. Да, идем дальше. Так, идем на площадку, где есть цены. Mercedes C-шка, 2006 год, 2.2 дизель. Универсал. Стоит 2700 евро. Вот, пожалуйста. Тканевый салон, автомат. Какая механика автомат? Так, B6 Passat. 6 года. Универсал, полный привод, 4Motion, зимняя резина хорошая, 2900 евро. О, Highline салон, кожа, замша, ну прям вообще шикарно. Темно-синий цвет. Гольф, универсал, 2008 год. 1.9 дизель, 2.850. Механика, ткань. Сейчас. В общем, сейчас эту площадку проходим и закругляемся. Потому что холодно. Значит, BMW пятерка. Универсал. 10-й год. Черная. 8700 евро.
кожа и все дела. Панорама. Так, Volkswagen Caddy без цены, Touran без цены, Т5 без цены. Ford Fusion 1.6 бензин 2014, ой, какой 14, 4 год, я уже замерз. 1.5 стоит 1500 и 1.6 бензин, черный цвет. Да, да, да. Golf Plus 2005 года, 1.9 дизель. 2600 евро. Пятый год. Opel Signum. Opel Signum. Шестой год. 1.9. Дизель. 2300 евро. Автомат. Так, в общем, заканчиваю я это видео. На улице жесточайший ветер. Холодно. Показывает минус 6 градусов и просто ветер такой просто, что все конечности замерзли, лицо замерзло. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что ставите лайки. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы приходили все уведомления. А мы увидимся в новом видео. Всем пока.